Надо сказать, что Ярославль, конечно, благодаря своей истории, богатейшей и историческим зданиям, всевозможным, хоть в какой-то мере оставшимся и на тот, и на сегодняшний момент, он, конечно, снискал себе славу одного из самых киношных, наверное, городов России. Там масса снято было фильмов в Ярославле. Фактура потрясающая, конечно, в особенности фильмы, касающиеся времен сталинизма, революции, там вот этих вот всех вещей, советской власти. Там можно снимать, просто не строя никаких декораций у нас, поскольку все очень бережно сохранено в том самом состоянии, в каком оно и было когда-то много лет назад, в те преснопамятные времена, на которых фильмы и снимают. Обшарпанных всевозможных зданий, с осыпавшейся штукатуркой, с такими же потолками, с электропроводкой и водопроводом тех самых времен, со счетчиками еще сталинских времен. Я лично, вот не вру, в районе под названием Пятерка в Ярославле у моего одного очень хорошего приятеля в коммунальной квартире, который жил, я лично сам видел электросчетчик работающий, который был сделан на фабрике имени Сталина в 52-м году. Вот это я запомнил, отпечаталось у меня в памяти очень хорошо. Ну так что вот, что там далеко ходить. Всевозможные бывшие какие-то усадьбы, дома губернаторов и всяких известных купцов и людей, вот они в ужасающем состоянии, находящиеся, многие из которых находятся и находились на тот момент, сейчас, конечно, уже много чего отреставрировали, вот они являлись такой изумительной совершенно декорацией для исторических фильмов о сталинском тоталитарном режиме, вот, которых наснимали у нас, конечно, в России великое множество. В фильме «Затерянный в Сибири» есть эпизод, где начальник лагеря Малахов в исполнении Владимира Ильина везет к себе домой, понятно, чтобы попить чаю, лагерного врача Анну Ильиничну, которую замечательно сыграла Елена Майорова. А этот Миллер, он что, действительно настоящий шпион? Вражина. На 3 разведки работал. Здесь на 10 секунд в кадр попадает известный, пожалуй, всем знатокам ярославской старины, дом, построенный в 1905 году известным инженером, строителем и астрономом Михаилом Платоновичем Кнопфом. С тех пор этот дом так и называют – домом Кнопфа. Во дворе этого дома, в самом центре Ярославля, на бывшей улице Голубятной, а ныне Терешковой, знаменитая «Чайка» жила всего в паре кварталов отсюда, прошло в голодные 50-е годы отчаянно бедное детство моей мамы. Сюда же, в этот самый двор, в не менее далекие теперь 80-е, я буду исправно ездить целых 5 лет на частные уроки по классической гитаре. Зимой 1961 года в этом же самом дворе будет сниматься сцена свидания главных героев фильма «Чистое небо» в исполнении Евгения Урбанского и Нины Дробышевой. Простите, а в каком вы классе? Ну что, я уже кончила школу. Среди дворовой ребятни, что сбежится поглазеть на невиданное действо, будет и моя 13-летняя мама. Она будет зачарованно смотреть, как отдает команду мотор легендарный режиссер Григорий Чухрай. А спустя 35 лет мне доведется видеть, как ту же самую команду будет отдавать теперь уже его сын Павел. Как это назвать? Интересный случай? Совпадение? Я даже не знаю.